Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Усилить контроль за работой ресторанов и ночных клубов. Глава Самары Елена Лапушкина поручила провести рейды по развлекательным заведениям, чтобы выяснить, кто нарушает режим. Нашли компромисс. Во дворе на улице Шверника появится новый детский сад. Президент поручил расширить меры поддержки для учителей. Подробности в новостях экономики. В Самаре усилит контроль за работой ресторанов, кафе и ночных клубов. Такое решение приняли на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Глава города Елена Лапушкина поручила районным администрациям совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции провести ночные рейды. Каким еще объектам будут уделять особое внимание, узнала Лариса Шалафаст. Местам массового скопления людей повышенное внимание. В Самаре усиливают контроль за работой ресторанов, кафе и ночных клубов. После проверки специалисты городского департамента по вопросам общественной безопасности выявили 5 заведений, которые нарушают правила. Напомню, в вечернее время рестораны, кафе и ночные клубы могут работать только при условии 50% заполняемости помещений. В отношении директоров составлены протоколы по статье 20.61.1. Протоколы направлены в суд для рассмотрения. Проверяющие составили список почти из 3 десятков заведений, которые работают в ночное время. Глава города Елена Лапушкина поручила районным администрациям совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции провести рейды. Есть действительно нормативные документы, которые совершенно четко определяют, какие организации имеют право работать, какие не имеют права работать, и либо при соблюдении каких условий у нас организации могут работать. Вот именно эти правила мы и проверяем. Мы проверяем это совместно и с органами полиции, мы проверяем это совместно с Роспотребнадзором. Внутригородские районы, сотрудники, конечно, принимают самое активное в этом участие. Надеюсь, что все руководители уже осознали свою ответственность в данном вопросе. И, конечно, с каждым штабом фиксируется несколько меньше нарушений, чем было раньше. Особое внимание сейчас к фитнес-центрам, баням и аквапарку. Все они также могут работать только при условии соблюдения ограничительных мер. Проверки грубых нарушений не выявили. Также повышенное внимание проверяющих к фудкортам в торговых центрах. Находиться там могут только взрослые. Детям без сопровождения родителей пребывание там запрещено. С начала действия этой ограничительной меры в Самаре составлено 75 протоколов. Лариса Шалафаст, Николай Епифанов. События. В Самаре появится новый детский сад на улице Шверника. Дошкольное образовательное учреждение на 132 места возведут благодаря нацпроекту «Демография». Изначально жители двора, в котором планируется строительство, сомневались, но в результате нескольких встреч и переговоров с городскими властями удалось достичь компромисса. К чему пришли стороны, расскажет подробнее Мария Левина. И новому детскому саду быть, и о территории двора позаботятся. К такому компромиссу пришли городские власти и жители дома по улице Шверника, 14. Именно в их дворе планируют построить дошкольное учреждение на 132 места по национальному проекту «Демография». Сначала жильцы переживали, что детский сад займет всю свободную территорию, включая игровую площадку для малышей. Но жители успокоили. Благодаря благоустройству двор станет только лучше. Сегодня жители воочию на схеме убедились в этом. Пространство для жизни в этом дворе будет обеспечено комфортно. Светлана Зотова живет в доме на Шверника с конца 80-х. Говорит, что сейчас пространство никак не благоустроено. Большую часть занимает парковка. Женщина за то, чтобы во дворе появился новый детский сад и благоустроенная территория вокруг. Если это будет все организовано и красиво сделано, почему бы нет? Я считаю, что нужен. Потому что есть житель, которому, естественно, он не нужен. Потому что дети у них выросли. Очень много пенсионеров. Но также у нас много молодых семей, у которых есть маленькие дети, есть беременные женщины, которым этот садик нужен. В городском департаменте образования отмечают, что новый детсад поможет существенно разгрузить очередь детей в дошкольные учреждения. Нам очень жизненно необходимо строительство данного детского сада. Мы просто выходим тоже с инициативой, родители обращаются, и мы ждем этот детский сад, когда наконец он будет построен. И дети не только ясельного возраста, но и всех возрастов смогут посетить новое, хорошее, современное здание.
Владимир Павловский – отец двоих детей, младший дошкольного возраста. Семья живет через дорогу от планируемого нового детского сада. Сейчас Владимир вынужден водить ребенка в частный садик, который ближе к дому. Но это ощутимо бьет по карману. Я проживаю в этом районе. Я, конечно, столкнулся, как и многие наши жители, с тем, что детских мест, ну, в дошкольных учреждениях реально не хватает. Но я категорически за то, чтобы детский сад был. Жители рассказали, что хотели бы видеть в своем дворе также организованные парковочные места, спортивное круглогодичное мини-поле, лавочки, урны, дополнительные тротуары. Все предложения, собранные на этой неделе, будут запротоколированы и закреплены подписями членов инициативной группы жителей. Новый детский сад на Шверника появится уже к концу лета следующего года. Мария Левина, Максим Гусев, события. Ресурсоснабжающим организациям обозначат границы. В Самаре установят предельный индекс увеличения платы за коммунальные услуги. Этот показатель утверждается властями ежегодно. Федеральным правительством установлен предельный коэффициент по тарифам ЖКХ в размере 3,6%. Муниципальные образования Самарской области могут повысить этот коэффициент на 2%. При этом максимальный рост платы за все коммунальные услуги в квитанции не будет превышать 6,7%. Все почему-то восприняли ситуацию, что 6,7 – это повышение цен по всем позициям, которые есть. Точно это нет, это предельный уровень притяжения населения в совокупности всех, в котором сидит и тепло, и горячая вода, и холодная вода, в том числе и сидит там этот мусор, там сидит и оплата за жилье. В данной ситуации что федеральное правительство, что региональное правительство прекрасно понимает, что это животрепещущая тема, что это затрагивает всех горожан, поэтому очень скрупулезно высчитывается все тарифы. Отдельным категориям жителей по-прежнему будут предоставляться компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ. На эти цели в бюджете города запланировано порядка 11 миллионов рублей. За сутки в Самарской области зарегистрировали 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе превысило 18 тысяч. Такие данные в среду 11 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 193 человека. Всего с начала пандемии с болезнью справились 15 912 человек. Скончались 336 заболевших, четверо за прошедшие сутки. Они владеют всей информацией по заболевшим пневмонией и коронавирусом в Самарской области. Ежедневно принимают более 2500 звонков от тех, кто нуждается в медицинской помощи. Врачам, работающим в региональном координационном центре амбулаторной медпомощи, помогают студенты. Как налажена работа, в нашем сюжете. Учащиеся 4-го курса медицинского колледжа Ляпина и Кристина Яньшина в региональном координационном центре амбулаторной медпомощи работает почти с открытия. В будущем девушка мечтает стать фельдшером, а пока помогает тем, кто почувствовал недомогание и не знает, куда обратиться. Кристина говорит, за день успевает принять около 100 вызовов. В колл-центр обращаются не только те, кто заболел пневмонией и коронавирусом. Задача сотрудников центра – помочь всем. А студентов – распределить пациентов по врачам в зависимости от заболевания. Мы, студенты, помогаем нашим коллегам, опытным врачам разгрузить их общий рабочий день, чтобы к ним поступали уже определенные вызовы от пациентов, чтобы они знали, куда они пойдут, что они будут лечить, какие есть острые вызовы, срочные вызовы, куда можно сразу же отправить неотложную помощь. То есть у нас координационный центр, где можем помочь, в принципе, как с ковидом, как с температурой. Рука об руку с опытными врачами в колл-центре трудятся студенты медицинского колледжа и медуниверситета. Все они прошли обучение и обладают навыками маршрутизации, то есть передачи пациентов врачам на те адреса, по которым они проживают, вне зависимости от прикрепления к лечебным учреждениям. Многие пациенты просят вызвать для них доктора или проконсультировать, особенно в тех случаях, когда узнали, что у них положительный тест на ковид. После того, как вызовы принимаются, на следующий день специалисты колл-центра обзванивают наших пациентов. Значит, для уточнения действительно контрольно был доктор на дому, получена помощь или нет. То есть обзваниваются ли пациенты, тоже контролируется их состояние здоровья или нет. За день в колл-центр поступают от 2500 до 3000 звонков. Позвонить туда можно по телефонам, указанным на экране. Специалисты работают с 8 утра и до 8 часов вечера ежедневно без выходных. Виктория Шарая, события. В Самарской области усилили контроль за работой общепитов в условиях пандемии. Регулярно проводятся запланированные рейды, а в случае жалоб и внеплановые проверки. Об одной из таких ревизий расскажет Гульфия Сафина.
Требования к работе общепитов даже в доковидную эпоху были высокими. Теперь условия Роспотребнадзора для ведения ресторанного бизнеса стали еще жестче. На кону здоровье и жизни посетителей. Запас масок, запас перчаток. Это для персонала. А почему мне прямо вот не сделали? В регионе усилили контроль за деятельностью общепитов. Плановые рейды по выявлению нарушений в ресторанах и кафе проходят регулярно. Дополнительно отрабатывают и жалобы самих посетителей. Например, самарцы сообщили в Роспотребнадзор, что сотрудники этого ресторана работают без масок и перчаток, а на входе нечем обрабатывать руки. Внеплановый рейд прошел согласие прокуратуры. А это у вас бутылка тогда чего? А это бутылка с чего? Это же совершенно разное. Осмотр показал, обычным замечанием не обойтись. На момент проверки были выявлены нарушения. Такие, как сотрудники, официант и гардеробщица работали без перчаток, в недостаточном количестве дезинфицирующие средства, отсутствуют подтверждающие документы по обработке оборудования, расстояние не соблюдается в обеденной зоне, столики не расположены на расстоянии более чем 1,5–2 метра. Работа общепитов на контроле регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Напомню, штраф за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора предприятиями может доходить до 300 тысяч рублей, плюс ограничение деятельности на 3 месяца. Поэтому лучше позаботиться о санитарных мерах сейчас, чтобы не пришлось отключать музыку. Повышенные температуры не пройдут. В самарских школах продолжают обучение ребята с 1 по 5 классы. В каждом образовательном учреждении на входе обязателен контроль температуры учеников и учителей, а также обработка рук антисептиками. Как соблюдаются эти меры в Самарском спортивном лицее, увидел наш корреспондент. Учитель английского языка в Самарском спортивном лицее привычно работают у доски. Только не у магнитно-меловой, а у интерактивной. Да и ученики 7 класса не в аудитории, а на экране. С понедельника для них, как и для всех школьников с 6 по 11 классы, доступен только онлайн-формат обучения. В образовательном учреждении к такому режиму тщательно подготовились. Расписание уроков и домашние задания располагаются на одном сайте. Там же есть и ссылки, на которые необходимо переходить, и дополнительные учебные материалы, которые помогут восполнить знания, если урок был пропущен по техническим или другим причинам. Причем такой формат удобен для тех учеников, которые уехали на соревнования или сборы. Так они могут быть на уроке даже из другого города. Мы провели родительские собрания, классные часы, где определили зону ответственности родителей. Это помочь в самоорганизации ребят, а также контролировать их посещаемость онлайн-уроков. А детей, соответственно, как им лучше заходить, где брать ссылки. Поэтому мы стараемся, чтобы этот процесс прошел безболезненно, но самое главное эффективно, чтобы ребята все-таки получили качественное образование. А вот ученики с 1 по 5 класса за знаниями в школу приходят. На каждом входе в лицей, а их 3, чтобы разделить поток приходящих детей, организовали обязательную термометрию и обработку рук антисептиками и для детей, и для педагогов. Все сотрудники обязательно работают в масках. Помещения снабжены рециркуляторами и обеззараживателями воздуха. Соблюдение этих мер на ежедневном контроле у специалистов городского департамента образования. Наша самая главная задача – сохранить здоровье детей и педагогов в сложившейся ситуации. Все образовательные учреждения обеспечены в достаточном количестве и санитайзерами, и рециркуляторами, и термометрию проводят, термометры все закуплены. Соблюдение всех мер санитарной безопасности специалисты контролируют во всех школах города с самого утра, в зависимости от расписания звонков в каждом конкретном учебном заведении. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Президент Владимир Путин поручил расширить меры поддержки для учителей. Выплаты за классное руководство будут получать учителя всех российских школ, в том числе и подведомственных. Подробнее об этом и других темах расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева.
В России с начала года выдали больше жилищных кредитов, чем в рекордном 2018 году. Тогда россияне взяли у банков в общей сложности 3 триллиона рублей. А уже сейчас объем выданной ипотеки достиг 3 триллионов 250 миллионов рублей. Исторический максимум зафиксировали в октябре. Жители страны заняли у кредитных учреждений 550 миллиардов. До этого рекордные показатели обновлялись в июле, августе и сентябре. По мнению экспертов, такие рекордные показатели объясняются общим снижением ставок и введением льготной ипотеки под 6,5%. Правительство России по поручению президента Владимира Путина расширило поддержку для учителей. Выплаты за классное руководство теперь будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Вознаграждение в 5000 рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС. При этом за педагогами сохранятся все ранее установленные надбавки. А тем временем зарплаты работникам всех государственных и муниципальных учреждений будет устанавливать правительство, а не местные власти. Как пояснили в Минтруда, сейчас для каждой отрасли разрабатываются новые требования по оплате труда, которые правительство в ближайшее время изложит в подзаконных актах. Например, размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников. Единым станут размеры выплат компенсационного характера, а также их перечень. Российские интернет-магазины зафиксировали бум спроса на пульсоксиметры – приборы для измерения пульса и уровня кислорода в крови. В октябре количество покупок этих гаджетов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот средний чек на прибор оказался на 20% выше, чем в прошлом году, и составил 3 500 рублей. А теперь о курсах валют. Стоимость доллара на 12 ноября 76 рублей 41 копейка. Американская валюта потеряла в цене 19 копеек. Евро 90 рублей и 5 копеек. Европейская валюта снизилась на 31 копейку. Нефть марки Brent, наоборот, растет в цене. На 16 часов 11 ноября баррель стоит 44 доллара и 85 центов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Многодетным семьям Самарской области купят жилье на средства резервного фонда. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Семьям должны помочь с подбором квартир, чтобы они могли отпраздновать новоселье к Новому году. За период работы Дмитрия Азарова в должности главы региона из резервного фонда губернатора были представлены выплаты 32 семьям. Общая сумма на эти цели составила 74,5 миллиона рублей. В этом году помощь оказали 9 многодетным семьям. На дорогах Самарской области до конца ноября появятся новые полицейские автомобили. Глава региона Дмитрий Азаров вручил ключи от служебных машин сотрудникам ДПС и патрульно-постовой службы. Транспорт приобрели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности в нашем сюжете. Наиболее отличившимся в решении задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения сотрудникам органов внутренних дел Самарской области вручаются ключи от новых служебных автомобилей. Ключи от новых служебных машин из рук начальника областного главка полиции Александра Винникова получили сотрудники регионального ГИБДД. С начала года им передали в пользование 109 новых автомобилей «Шкода». До конца ноября на линию выйдут еще 17. Патрульно-постовая служба получила 25 служебных автомобилей «Лада». Тольяттинскому гарнизону полиции ключи от автомобилей в день сотрудников органов внутренних дел вручил губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу. Я хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд. Знаю, что вы всегда готовы прийти на помощь и делаете это ежедневно. Именно благодаря вашему труду, рядового, постового, участкового в первую очередь, конечно же, командиров ответственных, в нашем регионе сохраняется ситуация благоприятная для жизни людей. Новое транспортное средство приобрели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам начальника региональной госавтоинспекции Юрия Некрасова, нацпроект ставит перед сотрудниками ГИБДД серьезные задачи – максимально снизить аварийность и смертность на дорогах. С приобретением нового транспорта будет гораздо проще справиться с поставленной задачей. Светлана Кудрявцева, «События».
подвели итоги и обсудили новые задачи. В Самаре прошло заседание областного общественного совета при ФСИН России. На собрании выработали новый план работы на ближайшие годы и утвердили новый состав участников. Совет в соответствии с новыми правилами избран на 5 лет. Его председателем стал член Общественной палаты России Павел Покровский, который уже зарекомендовал себя на этом посту в предыдущие годы. В новом составе совета представители духовенства, производственники, деятели культуры. В очередной раз вошла в совет при УФСИН и главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Всем общественникам вручили благодарственные письма. Работу членов совета высоко оценил начальник регионального управления Федеральной системы исполнения наказаний генерал-лейтенант Рамис Алмазов. Спасибо всем тем, которые оказывают помощь советами, которые встречаются с личным составом, помогают им, доводят до осужденных правовые вопросы. Это и есть в первую очередь та помощь, которая нам нужна. Самое главное – поддержать человека, как говорится, добрым словом. И это я вижу. И за это вам большое спасибо. В Самаре на улице Арцебушевской комплексный ремонт сделали почти наполовину. Работы ведут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они рассчитаны на 2 года. Что сделали в этом, а что предстоит в следующем, расскажет Елена Малютина. На радость пешеходам вместо старого полуразрушенного асфальта на тротуарах появляется новая плитка. Материал используют для сохранения исторического облика. К тому же он устойчив к обильным осадкам и перепадам температур. В этой части города размещается большое количество инженерных коммуникаций. При их ремонте плитку без труда демонтируют, а затем обратно установят. Без ущерба для бюджета и внешнего облика города. Быстро, а главное качественно, сотрудники подрядной организации укладывают новое покрытие на улице Арцебушевской от улицы Полевой до Маяковского. Здесь ежедневно трудятся 6 специалистов. Проводят ремонт с опережением графика, ориентируясь на погодные условия. Погода в этом году замечательная. Нас поддержала очень сильно погода. И мы идем сейчас с опережением графика работы. Проверенным временем, лично моя организация занимается этой плиткой около 10 лет. Жалоб не поступило. Вибропрессованная плитка, она очень качественная, выдерживает и сильные морозы, и перепады температур. Шум и строительная пыль жители не смущают. Надежда Москаленко работает рядом с перекрестком улицы Арцебушевской и Чкалова. В хорошую погоду часто выходит на променад. Говорит, улица преображается на глазах. Во-первых, это смотрится эстетично. И аккуратнее улицы смотрятся. Самое главное, чтобы клали это все качественно. Для исторической части это как раз вот самое то. Потому что я проживаю в центре города, в самом районе Ленинградской. У меня там на квартале лежит плитка и очень красиво смотрится. И я думаю, что для каких-то работ, допустим, для строительных, плитку поднял, что-то сделал, опять ее потом уложил, чтобы самое главное, это аккуратненько, красивенько все укладывалось. Ремонт улицы Арцебушевской проходит в 2 этапа. В текущем году приводят в порядок наиболее проблемные участки. В границах улиц Полевая и Маяковского, а также между улицей Льва Толстого и переулком Тургенева комплексно отремонтировали проезжую часть и трамвайное полотно. Заменили около 12 тысяч квадратных метров асфальта, облагородили парковки и существующие въезды. Отремонтировали более 4 тысяч квадратных метров тротуаров, привели в порядок газоны. Позаботились о безопасности. Уже установили часть дорожных знаков, всего же их будет около 400. Нанесли разметку, частично установили пешеходные ограждения. Учли интересы маломобильных людей и родителей с колясками. Сделали пандусы на всех перекрестках. Все это благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В большей части можно говорить о доустройстве, то есть о завершении работ. Работы ведутся по погодным условиям. И при наличии большого количества осадков, либо других факторов, препятствующих проведению работ, работы будут приостановлены до следующего года. Все ремонтные работы на улице Арцебушевской сотрудники подрядной организации завершат до конца ноября. Ко второму этапу ремонта приступят уже в следующем году. Подрядчику предстоит благоустроить еще один участок от улицы Маяковского до улицы Льва Толстого. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.